Мы же Почему чем-то до сих сих пор пор нет озерного без племени? Они всегда приходили вовремя раньше. Серьезно, порнозвезд. Где они могут быть? Мы ждем их уже, наверное, полдня. Если не больше. Клянусь, если они сейчас же не появятся, я и мое племя покинем совет. Это уже ни в какие рамки не лезет. Сколько можно ждать? Иди, сирот звезды, ты. Тише! А ну, успокойся. Мы отправились на совет с восходом солнца. Я уверен, что они скоро будут, Эго. Давай подождем еще немного. Надеюсь, мои слова правда. О, прошу прощения, мы задержались. Кто это листопадница? Где серозвезда? Почему пришла твоя глашатая озерного племени? Почему серозвезда нет? Листопадница? Почему нет предводителя озерного племени? Я не был. Что случилось? Почему пришла глашатая серозвезда? Что случилось? Немножечко задержались в лагере, поэтому раздали. Ну, думаю, теперь мы сможем начать совет. Я не чистота твоей славы. И все взгляды устремлены только на меня. Интересно, как предводитель отреагирует на мое появление вместо серозвезд? Листопадница. Где серозвезд и почему он не явился на совет? Абсолютно такой же вопрос. Как вам сказать? Произошла ужасная трагедия. Серозвезд упал в воду, ударился головой об камень и утонул. Серозвезд погиб. Что же теперь будет? Не может быть. Сочувствую вам, озерные коты. Мне очень жаль, что серозвезды больше нет. Поверьте мне, я пыталась спасти его, но у меня не получилось. Что-то ты нам не договариваешь, листопадница. Это только притворно, ты говоришь. Конечно же, я не скажу этого вслух. Но ведь теперь ты будешь новой предводительницей озерного племени. Да. Я, конечно же, не смогу заменить серозвезды, но я попробую стать такой же, каким был он. Ага, такой жалкий и жестокий. Не прибери звездное племя, если это будет так. То... Это может привести к плохим последствиям. Ну все, совет закончен. Расходимся. Что же теперь будет? Будем надеяться на лучшее, Даниэла. Хорошо.